Жесть, у нее обвисшие груди, ей не нравится. Сейчас так больно было. Верно. Почему больно? Потому что это женская биология. Ходил. А, это... Коля. У него разрушитель разума, кстати, еще. Вы на улице, что ли? Да. Ты слышишь динь-динь-динь? Я, наверное, за мейном не буду чинить, потому что там скверно. Уже нет. Уже нет скверно, да. Детальку взять, но... На секучку не похоже. Ой, ёб твою налево! Что ты тут делаешь, ёб? Мне сейчас просто 6 раз подряд ударили в почку ножом. Хоть скажешь, он за тобой? Нет. Я бы и так не говорил. Он как будто, знаешь, принципиально не идет в мейн. Он меня ударил, не стал ходить за портал за мной. Мясник, что ли? Да. Ломейн пошел, мейн. Это что он меня не заметил. Нет! О, хорош. Упс. Да, не за что. Сейчас главное пережить ваншотку. Что ты делаешь, что я переживаю из-за нее? Да, говорит, не за что, Ярик, которому она не нужна. Угу. Все. Можно не переживать. Ясно. Что, за тобой? Нет. За мной опять. Я спасу... Ладно. Там в библиотеке хорошо начатый ген. А, это ты? Ну да, да. Господи, творят мне извращение. У тебя мета-билд, что ли? В смысле? Не, не у тебя. Он не за мной. За мной. Конечно, я не успею.
Господи, Микаэл, ты инвалидка просто. Пошла нахрен. И вдруг он всех увидел. Ярик. Оу, меня спасает. А? Хэдди. Не только Микаэла смотрит. А, у него клаунофобия. Беги. Прикрой своей мощной стеной. Ну, злачи. Микаэл. Ну сейчас ляжет. Просто моментально ляжет. Да что ж ты делаешь? Что он делает? Меня уронил, все нормально. В полете? Нет. Да, но не надо. Я могу повисеть. О, как вкусно. Я же говорю, не надо. Убегай, убегай. Но я и не собирался. Микаэла? А, это Хэдди. А ты что сделаешь? За тобой бежит. Чего? В смысле? Беги, Кать, беги. Да ты не переживай, у меня есть чем поживиться. Валера, нет. Окей. Было странно, конечно, но ладно. Чё, бежишь за мной, крысёныш? Я чиню в мейне, если что. Преследуешь меня, сука? Началось. Да бля! Что вы тут делаете? Давай, сука, покажи класс. Дурачок. Сколько бегал за мной, дураж. О. Это опасно. Нам тебя, главное, сейчас где-нибудь приберечь. Так, ну, поняла. Тоже. Поняла. Ну сейчас спасем, она здесь рядом. Клаунофобия началась. А ты вылечил, да, этот библиотеку? Они тэпаются, они тэпнулись, они тэпнулись, они тэпнулись сюда. Бегите! Ярик, ты убежал?
Да-да-да. Не такое надо было, конечно. Беги в библиотеку. Мне тоже очень хочется. Так, мать, иди чини. Чё, тебя зря спасали, что ли? Я тэпаюсь. Давай, тэпайся. Я хочу буду влачи чинить. Влачи починен. Остался ген, который сзади. Мы чинили с тобой. Который возле портала. Да. Прямой катик, прям никак не можно чинить. Да. Еще который Валера чинил около подвала. Желтым был подсвечен. Все, бро, ты теперь не отойдешь от меня. Где он? Куда-то ушел. А где он чинит, кто знает? Не вижу ее. А, она уже не чинит. Она стояла просто. Ага, он тэпнулся, отлично. Он тэпнулся, осторожно. Со стороны библиотеки. Не с твоей стороны. Валер спасают, да? Да-да. Я ждала, пока он уйдет отсюда. Мне здесь негде мочить. Потому что я умираю. Ты рядом, кстати, с порталом. Блять. Блять! Вот это вот писечка. Он за мной. Как? Блять. Все, время откисать. Валера? Я промоншу. Кажется, не за Валерой, Кать. Не за Валерой, за Валерой. Ворот рядом с этим же геном. А он... А, ну конечно. Конечно, ты не пойдешь за ним. Валера. Пошел нахуй! А ты где открываешь? Я открываю. Ой, те же, Кать, твои же, Кать. Я не успеваю. Ты не успеваешь, Кать. Он к тебе. Чё, он тебя отпустил? Хочу открывать другие ворота. Ты был а. Катя, к тебе. Катя, к тебе. Я падаю? Нет, успевает. Ничего, сейчас опять-таки назад кинуло. Ты чё? Нет, только не подвал. Убегай, короче. Я в подвал не пойду. Да, убегай. А, нет, не в подвал, не сейчас. Не подвал. Он не доносит. Не донёс? Доносит.
Ну, я думаю, он доволен, потому что ему, ему кровушки попили, конечно, конкретно. С этим моей безогласки. 50 тысяч заработал, чел. Как ада? Как ты заработал 100 рупиарик? Ада. А у него же это устойчивость, мне кажется. Я 21 получил.